Время футбола. Коли вы у экранов, то готовьтесь к интересному. Мы, Юрий Розанов и Василий Соловьев, вам готовы это пообещать. Но помощь команд нам необходима. Крис Сандергард, главный арбитр сегодняшнего матча. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. И теперь уже возможность отдать в центр, и там по прямой атака может развиваться. Есть возможность обострить атаку, отправив мяч туда, в штрафную. Молодец, защитник буквально выдавил Месси за боковую линию. Ани. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Вездесущий Хави постоянно открыт, постоянно предлагает свои услуги. Вот шанс забить. Не попал. Не попал в ворота. Угловой подаст Барселона. Может быть, и не своему, это Дани Алвес. Мне кажется, поспешил немножко игрок с ударом. Время для того, чтобы подработать мяч был. Что-то мне еще кажется, он как-то ушел так вот в бок этот мяч. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. А время есть и голову поднять, и партнеров поискать там, в центре. Фланговому игроку надо уметь не только включаться в атаку, а и мяч выбирать, конечно. Играют друг с другом вдвоем. Серхио Бускетс. Опасный момент. Отбивает мяч вратарь, но атака не завершена. А было опасно довольно. Молодец защитник, разрядил ситуацию. Хотя очень похоже было на фол, но арбитр показывает, что играть можно. Этот парень настоящий плеймейкер, скажу я вам. Просто мечта для любого форварда. Что творит Лионель Месси? Как внешне легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. И как обороняться трудно, ведь вариантов много. Думаю, надо бить и забивать. Иньеста. Ну чего уж проще, нервы подвели. Ведь команда выходила вперед, если удар был точным. Времени достаточно много, можно голову поднять и осмотреться. Там в центре наверняка есть партнеры. Ари. На ударной позиции игрок Барсы. Дани Алвес. Что творит Лионель Месси? Иньеста от борьбы не уклоняется. Вариантов много, но выбирают обычно на автомате.
Хави вновь открыт. Вот и мой передача. Хави сегодня в стартовом составе. Он может и издали пробить, и отличную передачку на партнера выкатить. Черкал Бускетс. Передача не прошла, есть время отдышаться. И, похоже, был офсайд. Да, арбитр свистнул, положение вне игры. Серхио Бускетс. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворота пробить. Думаю, надо бить и забивать. И вратарь выручает команду, но мяч отскакивает и... Показатели команды равны в первом тайме, и самое главное, что они равны по ключевому показателю, по счету. Ну а вообще, когда у команд равный счет, то остальные показатели, безусловно, не так важны. Вторая половина игры началась. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Перехвачен мяч. Что творит Лионель Месси? Думаю, надо бить и забивать. И в боковую стойку мяч попадает. Отличный шанс у Барселоны. Выбили мяч из штрафной, защитники. Опасность миновала. Похоже, атаку трудно будет остановить. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! И вот вам, пожалуйста. Справа, и защитников немножко дезориентирует и предлагает свои услуги. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. Что творит Лионель Месси? Места. Неймар. Ну, это мяч для вратаря. И что, защитник? Думаю, надо бить и забивать. Жесткая борьба за мяч продолжается. Это шанс. Педро. Как учили. Выходит вратарь очень спокойно, уверенно и намертво забирает мяч. Неймар. Да.
мяч отобран в середине поля. Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехватом. Маскерано. Ари. Педро. Смотрим и любуемся на Месси. Этот нападающий, думаю, надо бить и забивать. Но с такими передачами мы далеко не уедем, господа. И вот они, изменения в ход игры, изменения в кадровом составе команд. Два футболиста из разных клубов готовы выйти на газон. Ну, во всяком случае, мяч у игрока отобрали. Но, во всяком случае, соперника он, похоже, не сломал. Ари. Не слишком ли высоко, не слишком ли долго летит мяч? Финальный свисток все ближе на трибуну, становится все горячее. А вот смогут ли хозяева воспользоваться этим шансом и перевернуть все с ног на голову, покажет только игра. Бей! Во всяком случае, арбитр на точку показал. А вот посмотрите, оба тренера практически одновременно решаются выпустить на поле свежих игроков. Если хочешь забить с пенальти, поручи это Лео Месси. Он точно не подведет. Отобрал. Барса атаковала, соперник нарушил правила, будет штрафной. Абсолютно грамотно защитник выполняет свою работу. Угловой Барселоны будем смотреть. Ну и судя по усиленной разминке одного из игроков, сейчас замена будет. Стоп.